Так, индекс Швейцарии красиво растет. Чуть-чуть упал, потом опять растет. Ну, не забываем, что дукоскопи, швейцарские часы и все прочее базируется в Швейцарии. Ну, то есть, как бы самое лучшее все швейцарское. Но все не дешево. Не дешево. Шоколад там и прочее, прочее. А, вот. Смотрим, да? Был канал поднятия, да? Потом упало. И что же это напоминает? Букву W. А если это буква W, значит это двойное дно. И, соответственно, мы будем стремиться к цене 95,50. А, вследствие чего мы будем это рисовать. Так, полилинии, выберем H4. Так. Так, подвинемся. Вот. И так. Так, и так, и так. Полилинию. Предположу, что цена будет идти. Так, нет, подождите. Сначала давайте нарисуем линию сопротивления поддержки. Одна, вторая. Тут с гэпом открывалась третья. Пробой. По факту, я смотрю, вообще линии сопротивления и поддержки в данном случае не особо работают. Нет, но они как-то касаются, да? Ну, допустим, здесь он так легко пробил его. Здесь коснулся, коснулся, пробил. Может быть, третий раз, четвертый раз, потому что. Ну, короче, я считаю, что эта фигура двойное дно. Соответственно, при двойном дне прогноз будет самый-самый элементарный из возможных. Он должен быть. Вот сюда. То есть цель у нас будет 96 2 0. Вот и все.